считаю плохо. Потому что зелень нужен, всегда нужен зелень. Это очищает же воздух. Конечно, не надо. Надо делать застройку так, чтобы поставлять зелень в городе. Посадили бы, наоборот, новые деревья, было бы, мне кажется, лучше. Ну да, больше зелени. Парка здесь не хватает. Тем более здесь все застроили уже, как бы ничего не осталось, грубо говоря. Все-таки в центре города без деревьев как-то будет серые бетонные. А это разве можно предотвратить? Я не знаю. Работы начались 1 марта и продлятся весь месяц. За место вырубленных деревьев высадят 294 дерева, но где, пока неизвестно.